Итак, дорогие друзья, здравствуйте, с вами Валерий Буфсновский. Ребят, уже несколько раз вижу вопросы по добавлению расширений в PyCharm. Ну, первое, смотрите. Вообще, если вам редко используется какое-то расширение, и мы хотим создать файл, то просто нажимаем New, файл, а дальше просто присваиваем любое расширение. Ну, там, например, там... Точка. Я, к примеру, специально беру расширение Z, которого, грубо говоря, нет, чтобы вы поняли, что что его можно создать. И дальше мы видим окно. В данном окне нас PyCharm спрашивает, а с чем его ассоциировать, с какими основными типами файлов. Ну, я вам скажу, в большинстве случаев, кроме, это текстовые файлы. Понятно, если вы работаете с GC, значит, вы выбираете что-то JavaScript. В данном случае я выберу TXT, да. И мы видим, что у нас появилось Z. Это... Вообще, Сергей спрашивал насчет Kiwi, но я просто показал, да. Есть второй способ, если мы хотим добавить расширение, чтобы оно было постоянно вот здесь в меню открываемых файлов. Для этого выбираем New, находим пункт Edit файлы Templates, то есть редактированных шаблонов. Далее нажимаем плюсик. Вот здесь Name пишем. Имя, как бы вы хотели, чтобы оно отображалось именно в этом меню. Но мы будем добавлять файл Kiwi, да, то есть это шаблоны для библиотеки Kiwi. Extension, да, то есть здесь мы пишем, какое будет расширение, то есть точку мы здесь не ставим, но это, грубо говоря, точка и расширение, да, будет какое. Нам надо расширение Kiwi. То есть у Python это Py, поняли меня, да? В HTML это HTML и так далее. Мы здесь можем включить Enable Live Templates и нажимаем ОК. Вот сейчас у меня не спросило, просто добавлено. Но опять же, у вас опять может выдаться меню, которое было, как я говорю, ассоциации. Просто вы должны знать. Вот, допустим, если мы берем библиотеку Kiwi, то Kiwi файлы это обычные текстовые файлы. Значит, ищите ассоциацию тогда, если выдаст у вас первый раз, как вот я показывал, расширение Z добавляли, TXT. Все. По сути дела. Либо, если не знаете, допустим, все, что связано с Python, запомните простую истину. Чтоб вы не добавляли какие-то там, если будут библиотеки расширения, да, файлы, вот как Kiwi, все они будут текстовые. Вы можете выбрать вообще тогда ассоциацию Python файла, потому что это, по сути дела, тоже текстовой файл. Только при этом обязательно, чтобы было расширение. Теперь мы можем... посмотреть в проекте, и у нас появилось расширение Kiwi, да, то есть, что мы написали. Мы нажимаем на этот файл, и давайте, чтобы оно было видно большими буквами, а то у меня их много, Валера и ОК. И мы видим, что появился файл valera.kiwi, да, то есть, все банально просто. Я думаю, теперь вы сможете добавить абсолютно любое расширение. Ну, для тех, кто начал только с этого видео, ребят, для тех, кто изучает Python Django, школа spb-tut.ru, ссылки в описании видео. И смысл почитайте будет там. Не в том, что вы будете прямо профи, интересно. А в том, что вы сможете написать любую вещь, уже будет.